раз в 3 месяца я отвечаю на этот вопрос. Нет, я не замужем. Нет, у меня никого нет. Меня никто не забрал. Я как была одна, я так одна. Видимо, и останусь. Ребята, знаете, не знаю, как кому, а я смотрел постоянно ей между ног, там, где юбка у нее приподнялась, как бы прям магнитит, прям манит, ребята, в хорошем смысле этого слова. Не нужно мне сейчас писать здесь разную хренотень. Вы посмотрите, как она разоделась. Все подкрасила так в меру, нормально, не вычурно, да, так подделать. Кулончи, там, колечки, там, напротив елочки, да. Ну, это понятное дело, что призыв к действию. Заберите меня, мать вашу, замуж, я хочу. И все, ребята, но не смотри туда просто... Невозможно. А-а-а.